Ну что, смотрим цветочки мои. И сегодня у меня обновка. Ну, такая у нас погода хорошая. О, мне подарили. Я так давно хотела, чтобы у меня были вот эти царские короны. Смотрите, сколько мне дали. Сегодня посадили. Красивые. Покажись, цветочек. Вот такой. Вот. Вот яблоня начинает цвести. Ой, кошки помяли мне тюльпаны. Тюльпаны вот. Начинает. Так, что я хотела сейчас? Беленький гиацинт. Еще мечта моя была. Это синяя роза. Вот она. Так боялась, что она у меня не выжила. Выжила. Где? Вот. Так, где мой пальчик? О, думаешь, вот так? Вот, вот. Простите. Вот видите, маленькие эти. Вот оно принялось. Ура! Будет у меня синяя вьющаяся роза. Тоже чуть-чуть. А это лук декоративный. Чуть-чуть морозец их поддал. Вот те тюльпанчики красивые такие. Их много будет. На одном кустике много. А вот то у меня черная лилия. По-моему, да, лилия черная. Мама в том году у меня уже бутончик был, она взяла, сцапала. Говорит, думала, самосад. Пиончики начинает. И что я еще? А, мне понравилось, как айва. Айва, смотрите, как красиво. Так бархатно. Но это она не цветет. Это листочки так распускает. Бархатные. Петулка пока еще, да. Сейчас я... А вот абрикос. Абрикос нету живых. Так жалко. Ну, посмотрите, ну что это? Вот. Ой, прям жалко, аж дерево. Так повяли красивенькие листочки, цветочки. Ну так жалко. Это ананасный абрикос такой крупный. Ну так жалко. Ну что это такое? Ой. Ну где-то я вот один тут видела цветочек живой. Где вот только. Ой, где я его видела? Может, на том дереве? Ага, на том дереве. Ну, вот сирень моя персидская будет цвести. С этой, конечно, ничего. Вот она. Вот он, один цветочек живой. Ой, я ж не то делаю. Вот. Представляете, что сталось? Ой, бедненькая. Ладно. Так, какой бы вам фасон, чтобы придумать даже
И не знаю, что вам придумать. Надо... Ну, вот так буду. Люди, у кого есть свои там магазины, или кто на рынке торгует, вот эта ненужная продукция, яблоки там, фрукты, овощи, в общем, мясо, не выкидывайте, отвозите лучше в парк Тайган. Животные-то с удовольствием все съедят. Надо помочь парку, потому что именно эти парки, Тайган и Сказка, нуждаются в помощи, потому что столько судов, вот таких маразматических, действительно. И столько затрат получилось. Ну, вот вам природа, давайте немножко сниму. Все вы, подписчики, знаете, что надо туда, ну, по возможности перечислять средства. Ну, Житополь зеленеет понад речкой. А, вот. Миндаль у меня. Миндалю повезло. Не задел его мороз. Моему повезло, у меня чуть-чуть поздний. Вот так вам Крым. Весна. Еще вот у меня есть кусты. Я вот забыла название. Жимолость, что ли, тоже цветут. И вон... Вот тут-то, опа, вон кто. Что заметил, вот в основном шмели его опыляют. Шмель, вот он. Я тебя поймала. Труженик. Не дает его увеличивать. Ладно, мы его так поймаем. Куда улетел? Дай по себе посмотреть. Это такие ягодки, они похожи как на чернику, только чуть-чуть крупнее. Тоже синенький, вот такой же вкус. Два кустика у меня. Еще один. Тоже вишня, яблоня скоро зацветет.